Здравствуйте, мои друзья, дорогие мои подписчики. Я снова с вами. Спасибо, что так много подписались на меня. Сегодня у нас будет тема по поводу обновления вашего BMW. Так что смотрите видео до конца. Я надеюсь, будет интересно. Поехали. Так, мы находимся сейчас у нас дома. Сейчас набираем сюда BMW Update. Ну, Update это по-немецки обновление. Надеюсь, вам будет видно. Потом спускаемся вниз и находим, где написано Update Software. Вот это вот bmw.com. Нажимаем сюда. Так, сейчас немножко грузится. То есть вы можете, конечно, в любом в стране попробовать. Я думаю, что это будет по-любому в любой стране, потому что мне выходит по-английски первое. Я думаю, что в любой в России или где вы живете должно это пойти. Потому что это бесплатно, и как это бы сейчас в данный момент я точно не знаю, что потом у меня получится, что как это все будет. Ну, посмотрим, попробуем, и там будет видно. Так, идете вот сюда вниз, ну, здесь написано по-английски, можно сделать по-английски или по-немецки. Спускаем сюда вниз, и вот у нас есть вот BMW Software Update, please. Так, здесь написано, вот, ну, конечно, USB нужно, не забывать. Надо USB, и вот сюда, вот внизу, здесь вам надо ввести ваш VIN, то есть VIN-код машины. И каждая машина, которую BMW владеете, вы можете сюда задавать этот VIN-код, и вам покажет, если у вас в данный момент есть обновление. То есть компания BMW это вам дает как бесплатно. Ну, конечно, можно еще платно сделать, но не раз бесплатно, тогда будем пробовать бесплатно. Так, значит, что мы делаем сюда, ведем сюда наш VIN-код, и вам нужно USB, это, ну, как USB-стик, чтобы потом вам показывать, что потом вам надо пойти в машину, ну, это я вам потом покажу, как это все будет. Так, сейчас я задал VIN-код, мне показывает, что у меня есть вот здесь обновление, вот здесь, сейчас я вам поближе покажу. Вот это вот наверху, что здесь написано, вот здесь вот, это значит какой-то код, который у вас в данный момент в машине находится. И если вам интересно, то вы должны посмотреть, в какой моменте, в данном моменте у вас находится автомобиль в обновлении, и посмотреть, если совпадает номером. Если номер не совпадает, значит это обновление, правда, новое. Здесь вот написано машина BMW 540, это моя, и вот здесь снизу написано вот обновление скачать, потом нажимаю я скачать, и вот она здесь снизу скачивается. Не знаю, если будет вам видно. Так, так, вот здесь она у меня скачалась. Сейчас мы заходим сюда.
Что там? Что-то не открывает. Так, вроде скачала, но что не показывает. Так, открыть. Вот сюда. Справа сюда надо было нажать. Вот. Так. Она еще не скачалась, то есть надо еще немножко подождать. Так, вот она скачалась. Находится вот здесь. Сейчас мы берем ее и кидаем на USB. Так, надо посмотреть пирог. Так нельзя. Можно, наверное, скопировать. Перейти сюда, на USB. И приставить его сюда. Должно пойти. Все. Как вы видите, она загруживается. Потом снимаем стик USB и идем в машину и проверяем. И посмотрим, что у нас получится. Я еще не пробовал его, так что я тоже не знаю, что будет. Посмотрим, что там изменится. Ну, может, что-то не изменится, но в крайнем случае ты обновил. Это же как телефон, например. Телефон всегда приходит тебе обновление, так же, как и машина. Значит, это надо делать. По телефону тоже надо делать, потому что дальше ты потом ничего не можешь делать. Так, 100% у нас есть. Сейчас 99, давай что-то. Все, по идее ничего не видно. То есть я сейчас даже нажать на нее не смогу, потому что она ничего не покажет. Но в машине я думаю, что она, сама машина поймет, что я что-то засунул и хочу что-то сделать, обновление. Так, друзья, оставайтесь дальше на канале. Не пропускайте это видео, досмотрите до конца. И удивитесь сами, что будет или не будет. Так, до новых встреч. Встретимся в машине. Ну так, мы находимся у меня в машине. Сейчас заходим. Нажимаем назад. Так, вот здесь есть одна USB. Посмотрим, если она ее поймет. Извините, включилась музыка. Музыка нам сейчас не нужна. Так, что там? Сейчас я не знаю. Зажигание, наверное, тоже надо включить. Так. Что здесь? BMW, меню, ампасон. Нет. Так, ребята, вроде немножко разобрался. Выключим печку. Заходим. Вот заходим в Mine Auto, моя машина, потом идем iDrive, потом вот App сразу показывает мне обновление. Здесь вот вроде что-то есть. Потом заходим сюда, USB. Что там показывает, что не нашел ничего. Так, давайте сейчас я разберусь и снова увидимся. Ребята, я нашел. Показывает, что примерно 2 минуты. Вроде получилось. Я очень рад. Вот здесь у меня вот это новое, кажется, будет. Старая у меня была вот эта. Сейчас вот HP у меня будет новая. Так что сейчас давайте посмотрим, что будет. Вот она. Сейчас мне говорит типа инсталлировать. Нажимаем инсталлировать. 2 минуты примерно. Система. Качает. И нельзя. Написано, что нельзя. То есть ездить. Надо. Машина должна стоять. Девяносто 99%. Так,
Мне надо почитать немножко за истинную систему видно, что это пить. Ага. Так, у меня он говорит, сейчас мы должны покинуть автомобиль. То есть я должен сейчас все закрыть, выключить, выйти с машины. Так, я должен покинуть, ну, автомобиль еще раз. И закрыть машину, то есть я должен закрыть ее и на 15 минут оставить. Вот написано. Так что давайте. Через 15 минут увидимся. Так, я вышел с машины, но там вон что-то написано еще. То есть, извините за стекло. То есть обновление идет само, когда машина закрыта будет. Так что, вот такие дела. Ну, это как телефон, когда выключается и включается. Сейчас она тоже то самое делает, в принципе. Бу. Ну что, ребят, мы снова тут. Вроде обновилась. Здесь мне написано, вот я хотел попробовать еще раз, что будет. Написано, что в данный момент необходимо, ну, то есть обновление вроде не нужно, вроде все обновилось. На самом деле я сейчас не знаю, ну, в чем поменялось. К сожалению, я ничего не могу сказать вам. Ну, то есть я сам не знаю, сейчас что-то изменилось, что-то нет, может, да. Да, вот такие дела. Вот. Надеюсь, что видео вам было интересно, друзья. Попробуйте в вашей машине. Вероятно, что это надо делать. Так что диагноза модус активирован. Чум цубей на диагнозу модус старт-стоп. Вроде раз просит, надо делать, значит. Ну что, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, пишите в комментарии, если вы тоже попробовали. Мне будет интересно, если у кого-то что-то изменилось. Да, ребята, давайте. До новых встреч. И напоследок, холодный спуск. Ох, как все вы это любите. Давайте, ребят, до новых встреч!